И снова здравствуйте! Вы на канале «Час ремонта». Сегодня будет обзор садового измельчителя Elitec EVS-2400. Буду рад, если вы поставите лайк, а если еще и останетесь и подпишетесь на наш канал, буду очень благодарен. Актуальные цены на этот измельчитель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Садовый измельчитель Elitec EVS-2400 – недорогое, простое в практическом применении устройство. Вес агрегата 12 кг. Контейнера для отходов в комплекте нет. Агрегат оснащен двумя колесами для быстрого и удобного перемещения. При покупке вы получите измельчитель, подставку с колесами и руководство по эксплуатации. Измельчители веток применяются для утилизации сучков, веток и стволов небольших деревьев, толщина которых не превышает 40 мм. С подобными задачами модель справляется не только с максимальной эффективностью, но и быстро. Эксплуатировать ее крайне просто, в процессе выполнения соответствующих операций не возникает никаких сложностей. Что касается мощности данного устройства, то она составляет 2400 кВт. Скорость вращения ножа при этом имеет величину 4500 оборотов за одну минуту. Преимущество измельчителя. Мощный двигатель 2400 Вт. Скорость вращения ножа 4500 оборотов в минуту. Защита от перегрузки, автоотключение. Хорошая устойчивость благодаря подставке. Ножи изготовлены из закаленной стали. Защита от включения при открытой крышке загрузочной воронки. В комплект входит толкатель для дозагрузки материала в загрузочную воронку. Небольшой вес. Количество ножей 2. Класс защиты IPX4. Длина кабеля 25 сотых метра. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого агрегата. Он откровенно слабенький. На жаре сразу отрубается от перегрева. Сгорел пусковой конденсатор. В первый же день вышла из строя кнопка включения. Волокнистую структуру наматывает на диск. Ненадежный. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Компактный. Легко передвигать. Недорогой. Достаточно мощный. Шум умеренный. Ножи менять легко. Возможно, вы станете владельцем этой модели измельчителя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!